Кадеты 21-й школы Белгорода приняли присягу. Это единственное образовательное учреждение в городе, где есть казачий кадетский класс. В чем особенность обучения в нем, узнаем из сюжета. Быть честным и верным товарищем. Быть верными отечеству и своим друзьям, хранить честь кадетов – такое обещание дали 27 учеников 21-й школы. Присяга – главная церемония посвящения в кадеты. После торжественного обещания каждый получил удостоверение. Брать пример школьники будут с атаманов. Они будут укреплять свою физическую подготовку, учиться фланкировать шашками, нагайками. Планируется занятие на конно-спортивной школе, то есть конно-спортивная подготовка в этом плане, потому что казак без коня не казак. Я так думаю, что здесь, естественно, это будет подстегивать всех ребят к дисциплине и к их хорошей учебе. Казачьи кадетские классы в 21-й школе появились в 2011 году. Тогда класс с такой направленностью стал первым в Белгороде. Сегодня кадетами уже успели стать более 150 человек. 4 года назад ученики 8-го Б тоже принимали присягу и готовы рассказать, каково это – быть кадетом. Кадет должен быть смелым, отважным, должен любить свою родину, защищать ее. Честным, доблестным и никогда не бояться ничего. И решать все трудности, которые перед ним стоят. Кадетам перед присягой дается испытательный срок. Они месяц ходят на дополнительные занятия и решают, хотят ли стать казаками. За 4 года ни одного отказника не нашлось. Казачество в Белгородской области развивается очень активно. И, соответственно, чем больше детей знают об этом движении, чем больше детей проявляют к нему интерес, тем больше у нас надежд на то, что в будущем они будут патриотично настроены, будут настоящими гражданами и России, и нашей области. Особенностью таких классов является углубленное изучение истории казачества. Также детей учат исполнять казачьи песни. Кроме того, они, как и остальные кадеты города, изучают этикет и занимаются бальными танцами. Маргарита Малахова, Павел Емелин, к этому часу Белгород.